сказать, концерт был блестящий. Рэм Урасин один из самых тонких, снизили хорошей музыки, скажем так. И то, что он выбирает для своих концертов, и то, как он это интерпретирует, это какой-то вот такой, как путешествие в забытый и прекрасный мир прошлого. Тех музыкантов, которые играли, которые жили, той публики, которая ходила на концерты, которая не хлопала между частями. Это очень высокий уровень, очень высокий, очень благородный, аристократический.